За один день два турнира. 18 декабря на двух всероссийских соревнованиях успешно выступили ивановские каратисты. Первая команда поехала на турнир в городе Москва, а вторая отправилась покорять Казань. В столице ивановские каратисты оказались в шаге от победы. Конкуренция очень большая. И каждый раз мы туда едем за первым командным местом. И не всегда нам удается его завоевать. Но в этот год заняли второе командное место. Я думаю, неплохой результат. Но будем стремиться продолжать завоевывать этот турнир. Получить московский трофей ивановские каратисты надеются в следующем году. Тем не менее, с этих состязаний спортсмены привезли 22 медали. 5 из них – золотые. Карина Кривилина получила 2 награды. Рассказывает, первый бой выдался самым напряженным, принципиальным. С соперницей девушка уже неоднократно встречалась. Бои были сложными. Показала на все, что я способна. Соперницы тоже были сильными. Вот. И как бы в первом бою у меня не получилось, может быть, недостаточно было для меня то, что я показала. А в последнем бою я уже смогла выйти и собраться с мыслями и победить. Турнир в Казани собрал 160 спортсменов из 12 регионов России. Но и тут нашим каратистам улыбнулась удача. Они привезли 2 золотых медали, а также награды меньшего достоинства. Каждое соревнование дается очень сложно. Противники тоже очень сильные, и с ними нужно очень сильно работать, и нужно больше двигаться. Финальный бой был, и мы с ним дрались, ну, немного, но он был больше, чем я. Вот. И я выиграл по решению судей. Планы на будущее у каратистов грандиозные. В следующем году региональная федерация проведет в областном центре Кубок России, на который съедутся более 500 спортсменов со всех уголков страны. А пока упорные тренировки на Кубок Европы в Германии и чемпионат Азии в Индонезии. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.